Нихера себе. І зразу попрошу наших глядачів поставити лайк цьому відео, тому що це є Ростовська область, аеродром Морозовськ. Пане Романе, загалом летіло 75 безпілотників, левого частка влучила в аеродром, і по супутникових знімках вже повідомляють, що повністю рознесли цей аеродром. Це не перша атака, але перша така якісна і потужна, і там повністю зараз все горить. Ну, это 75 беспилотников, это россияне говорят, что сбили, причем где-то чуть ли не в десятках областей России, начиная от Орловской, заканчивая Ростовской. То есть сегодня ночью, скорее всего, была организована опять массовая атака беспилотников, но я думаю, где-то до сотни, оптимальный вариант около сотни беспилотников использовать, так как коэффициенты пресыщения системы ПВО противника где-то 50-60, то есть... где-то сотня даст возможность нескольким десяткам беспилотников пройти, нанести боевые удары, а оставшиеся беспилотники, которые россияне будут пытаться сбить, они будут тратить на них ракеты, естественно, зенитно-ракетных комплексов. Это одна из еще задач засушения системы ПВО противника. То есть выполняется, когда идет сотня беспилотников, выполняется сразу максимальное количество задач, уменьшается количество ракет у россиян и, естественно, уничтожаются объекты. Вот есть возможность пройти и выполнить боевую задачу дальними средствами. Удары очень мощные, то есть это не беспилотники с 2-3 килограммами взрывчатки, это уже больше сотни боевой части килограмма, а это серьезное нанесение поражений даже по аэродрому. Морозовск не один раз уже подвергался ударам. Это основной аэродром тактической авиации российской, которая используется на Восточном фронте. Это как раз оттуда в основном взлетают и работают по Донецкому фронту Су-25, Су-24, Су-34. Там же бывают и Су-30, Су-35 для прикрытия. То есть это один из основных аэродромов и одна из наших основных целей. Одна из. А так как удары наносились почти по десятку областей России, то, значит, есть еще цели, которые были поражены. Я думаю, в течение суток опять наш генштаб подтвердит это поражение. Ну а после перепроверки Главное управление разведки покажет еще и фото и видео доказательств. Пане Романе, також глянемо, давайте, відео, як влучали безпілотники не лише по аеродрому, але й по нафтобазі. В Кам'янській, в Ростовській області також рознесли. По кадрах видно, що резервуари палають неймовірно. Це все один напрямок логістики, чи правильно я розумію? В Ростовській області, в Краснодарському краї Росії, російська армія використовує практично всю інфраструктуру нефтеналивну, нефтепереливну, ну, звісно, хранення вуглеводородів, всю гражданську інфраструктуру використовує під воєнні цілі. Тому для нас це дуже важливо, уничтожение практически всех бочек, которые могут хранить дизель, авиационный керосин, бензин в том числе. И они являются хорошей целью, во-первых, рассредоточение, их все не перекроешь системой противовоздушной обороны. А когда идет около сотни беспилотников, даже если часть сбивается, часть проходит, выполняет боевую задачу, уничтожая вот эти склады, даже в рассредоточенном состоянии, склады хранения топлива для российской армии. Ростовское направление питает в основном Донецкое, то есть Восточный фронт, ну а Краснодарский край в основном Тамань и дальше Крым. То есть для нас очень важно работать по этим двум локациям и есть возможность туда доставать и беспилотниками, и ракетами. Я не удивлюсь, если туда также начали работать наши Нептуны. Дальность 300 километров позволяет. Я думаю, мы будем видеть как раз эту работу, причем вот она примерно по внешнему виду такая вот, как по удары по Морозовску. То есть примерно боевая часть Нептуна вот так взрывается, как это было в Морозовске.
Пане Романе, загалом зараз згадаємо і Буданова, і от видання The Telegraph. Вони кажуть наступне, що весь комплекс дій Сил оборони України вказує на те, що от удари по Ростовській області, також та Туапсе, далі там Керченський міст, Тамань, і удари безпілотниками, Нептунами, атакамсами по Криму вказують на те, що найближчим часом, найближчі місяці, цілком реально, що Крим буде відрізаний від постачання до російської армії. І, відповідно, таким чином можна буде думати про, ну, якщо не відрізання, то формування великих проблем для армії на півдні нашої країни, армії окупаційної. Ну і Буданова сюди згадає, він знову ж таки згадав про Керченський міст, сказав, що все готується, і на ближчі місяці Керченський міст буде атакований. Ми це вже третій раз слышимо від Буданова, тому давайте на третій раз повіримо, що в ближайші місяці Керченський міст прикаже довго жити. Хоча з точки зрення підготовки, дійсно йде підготовка к серьезным проблемам для российской армии в Крыму. Это пока только подготовка, это еще не, это не работа серьезных сил, которые, если начнут выполнять боевую задачу, мы будем видеть это каждый день, каждую ночь, там, по десятке военных объектов именно в Крыму. Пока подготовка. Обрезаются дальние логистические цепочки. Почему горят нефтеперерабатывающие заводы, естественно, склады, в том числе углеводородки, и уничтожаются аэродромы, узлы связи и так далее и тому подобное на дальностях где-то в 300 километров. Реально это, конечно, делать на дальностях в 500 километров. То есть, ну, если бы были у нас в достаточном количестве такого рода боеприпасы, пока нет. Потому вот маем ты шумаем, то есть 300 километров работаем, но это уже рядом с Крымом. Вы правильно заметили, Ростовская область, Кубань. Это как раз те локации, которые, если отсечь, взять под огневой контроль, то, в принципе, Крым останется без поставок военной продукции. А потом легче будет, естественно, добивать российские войска, которые дислоцируются в Крыму, тем более на стационарных объектах, там их больше, чуть больше 150, никуда они их не перенесут, а ракеты эти объекты, естественно, найдут. То, что, кстати, и происходит в последнее время, вот, на западном побережье Крыма мы видим эти удары теми же атакамсами. Атакамсы очень хорошо работают, хорошо себя показали. Идет зачистка с одной стороны с запада на восток атакамсами и с другой стороны с востока на запад, это с Ростова и с Кубани, в сторону Крыма уже на нашими дальними беспилотниками или теми же ракетами «Нептун». То есть пытаемся сжать с двух сторон, уничтожить основной боевой потенциал армии. Это основная задача. Основная задача любой армии, которая обороняется, это уничтожение, это первая задача, уничтожение наступающей армии противника. А уже освобождение территорий – это следствие выполнения первой задачи. Так вот, сейчас началось уничтожение армии противника на дальних подступах. Все равно, где мы ее уничтожим. Если есть возможность, конечно, ее надо уничтожать там, где меньше система ПВО, меньше плотность ПВО. Самая большая плотность ПВО – это в районе дач Путина и на линии боевого соприкосновения. А вся остальная Россия – это практически дырявый дуршлаг, лети куда хочешь, называется. То есть край непуганных идиотов. Этих непуганных идиотов надо немного попугать, уничтожив их механизмы передвижения и определенные пункты управления.